Ну подойди. Смотри, герой, блядь. Зачем ты меня снимаешь? Я не тебя снимаю. Удали, пожалуйста, его. Я тебе говорю, удаляй. Пизда, блядь, с ушами, нахуй. Государство еще и штраф оплачивает, еще и с комиссией. Двойная выгода. Оба-на! Что натворила? Ты на тормоз нажми. Ой. Что это, блядь, такое? Да еб твою мать, нихуя, ты че? Да, вообще. Потому что тут никого нет. А какая разница? Ну потому что. Вы встать не можете. Ага. 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 Я же поехал, да? Куда? Направо, конечно. Иногда резко упал, который в жизни мужчины. Выражать стали реже женщины, а умирать чаще. Проходишь? Да. Ёб твою мать!
Ну, как бы, да ты что, бабы что ли? Да баба, что он сделал? А у меня сзади записывают, сейчас посмотрим, поржем. Ну что, может вытащить ее? Тогда ну конечно, что делать ее, что, блядь, так оставлять, что ли? На тебе, блядь! Что за хуйня? А стекло оторвал. Не понял. И поехал. Правее, по ребрику. Показываю поворотник. Вставай на тормоз. Сейчас царапнем, тормози. Не тормози, мать твою! Дура! Блин, тормози! Поздравляю. Ты должна ей, господи, боже мой. Теперь она уже боится врезаться. Это баба была, я так и подумала. Которая первый раз села за руль. Машина купила, блин. Ей восклицательные знаки. Сейчас это будет. Сейчас еще, блин, ну так я и думала. Понятно. Слушай, пипец. Разбила машину человеку. Он что, больная, что ли? Так свалить сейчас, смотри.